Чтобы приготовить овсяной блин, нужно сначала измельчить овсяные хлопья в блендере или кофемолке в крупную крошку. Пересыпать измельченные хлопья в глубокую миску. Добавить какао, крупное куриное яйцо. Влить молоко любой жирности. Вместо молока можно взять кефир. Тщательно перемешать венчиком, чтобы все ингредиенты хорошо соединились. На разогретую сковороду влить чуть-чуть растительного масла и смазать силиконовой кисточкой. Вылить тесто. Распределить по всей поверхности и жарить 2-3 минуты. Перевернуть блин на другую сторону и обжарить еще 2 минуты. При подаче одну половину блина смазать мягким творогом. Выложить нарезанный кружками банан или любые другие фрукты по вкусу. И накрыть второй половинкой. Лучше делать это, пока блин горячий. По желанию овсяный блин можно полить медом.